сейчас это что-то невозможно. Вчера в 21:20 пролетал самолет настолько низко, что все деревья колыхались. Шум от взлетающих самолетов из аэропорта Шереметьево уже долгое время не дает покоя жителям микрорайонов Сходня и Подрезково. Химчане рассказывают, что порой можно без очков рассмотреть номер и прочитать название авиакомпании на пролетающем мимо воздушном судне. А ночью удается заснуть только при помощи снотворного или беруш. Об этой проблеме не раз говорили на встречах с трудовыми коллективами «Химок». Была создана инициативная группа, шефство над которой взял лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаил Раев. Он, в свою очередь, обратился в администрацию с просьбой организовать встречу с представителями Росавиации, чтобы донести до них просьбы жителей. Самолеты по факту летят действительно над крышами домов, а то и параллельно балконам. Но вот данная ситуация беспокоила, конечно, всех. Я обратился с просьбой в администрацию городского округа Химки об организации встречи с экспертами Росавиации, чтобы рассмотреть вопрос об изменении маршрута взлета и посадки самолетов. Я думаю, что в ближайшее время данный вопрос будет решен. Мнение жителей услышано и пожелания. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Как можно решить проблему, обсудили на встрече с представителями администрации, членами инициативной группы, специалистами из госкорпорации по организации воздушного движения и лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Ожидания положительные, потому что нужно во все хорошее верить. Мы, в общем-то, знаем и сотрудников Шереметьево. У нас проживают тоже сотрудники Шереметьево. И они очень хорошо отзываются на наши просьбы. Но я говорю еще раз, говорю, хочу все-таки ответить Михаилу Михайловичу Раеву о том, что слышит проблемы населения и старается всегда их решить положительно. На сегодняшний день идет плотное сотрудничество администрации городского округа со специалистами из Росавиации, чтобы минимизировать уровень шума от полетов в ночное время, а также перенастроить воздушные коридоры самолетов.